Это что значит? То есть вы мне говорите, или я вам отдаю весь мой дом с этой посылкой, или вы меня сажаете в тюрьму на 169 лет, да? Да. То есть, а другого выхода у меня нет. Слушайте, начальник майор, генерал, может мы с вами договоримся, но я же могу вам немножко мани-мани отсыпать, у меня же там есть запасы в этом, в подвале. Нет. То есть, или отдаю это, или в тюрягу на всю жизнь, да? И других вариантов у меня нет. А вы что скажете? Этот, кроме того, как пушка мне в лицо тыкать, ничего другого не умеет. Дом и точка. А можете мне кофеечек приготовить, пожалуйста? Вот, подойдите к этой фигне, вот сюда, подойдите, нажмите, приготовьте мне кофеечка, я пока подумаю, отдавать ли вам дом или не отдавать. Ага, фраппучино с мармеладной корочкой. Вы смотрите, демон проклятый, мент поганый, вы даже в огне не горите! Пфу, демоны! Ладно, вы что вы творите? Да я хотел проверить. Святой вы человек или нет? Конечно нет, выгоняйте меня из дома! А. Подождите, пожалуйста, секундочку. Последний звонок можно перед судом? Ага, можно. Сейчас, подождите. Секундочку. И вы... Ну чё ты там, балбес, долго? Здоровушки, это, ну, я уже подъезжаю, я уже скоро буду, да. Вот. То есть я могу уходить, да? Да, проваливай оттуда, суслик мой, давай. Ну и к черту этот дом, у меня еще 3 виллы на Мальдивах есть, это я, конечно, шучу, генерал-начальник майор, никаких у меня вилл нет, я бомж, поэтому не забирайте мне, пожалуйста, ничего. Ну, желаю вам хорошо здесь пожить, я как понимаю, вы вместе, да, здесь жить будете, то есть вы пара, да? Ну и ладно, не мои дела ваши с голубой планеты, я, ну ладно, хорошо, в общем, проводите меня, капитан. То есть вы меня даже... Проводите меня, пожалуйста. Ладно, прощай, дом. Ага, хорошо. В общем, я был... Рад с вами познакомиться. Чучело накрашенное. Ты смотри, вообще пофиг. Ой. До свидания. Да ничего. Сейчас с вами здесь... Ой, то другой разберется. Я, короче, поехал в город, схожу там на шопинг, пойду там покушаю. Сейчас придет мой старый товарищ, и он совсем разберется. Поэтому до свидания. Ра-ба-бам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 -
Опа! А... Ну, семья — это святое дело, это святое. Если у этой пописяки проблемы возникли, я должен его спасти. Ты чё зыришь, а? Ты чё, меня не узнаёшь? Это же я! Эдуардо Перециано! Вы меня помните, это же я. Эдуардо Перециано, лучший детектив в этом мире. Еще раз скажу. Эдуардо Перециано. А! Я уже говорил, потому что я... Эдуардо Перециано. Здрасте, здрасте. Эдуардо Перециано. Ха! Здорово, здорово всем. Ладно, меня все называют Эдуардо Перециано. Ха! А во вторую очередь я самый великий детектив на этой планете. Эдуардо Перециано! Не узнал? Это лучший сыщик на этой планете! Лучший детектив! Слышишь? Завоняло! Чем завоняло, чем... Нет, это не я пернул! Это завоняло сомнениями, нотки сомнения! Кто-то не верит в то, что я лучший сыщик на этой планете. Да. А что ты ответишь на то, если я тебе скажу то, что я про тебя все знаю? С последнего моего появления на этом канале прошло очень много времени. И большинство подписчиков даже не знают, кто я такой, потому что они появились уже после моего исчезновения.
Я вам расскажу, кто я такой, на следующих сериях. А в этой я дам тебе убедиться, это моя сигара. Я дам тебе убедиться, что я лучший сыщик на этой планете. Я тебе все знаю. И расскажу тебе одну тайну твою, чтобы ты убедился, что я лучший детектив. Я знаю то, что у тебя было один раз такое, что ты пукнул. Но это еще не все. Все пукали на этой планете. Не нужно быть сыщиком, чтобы знать. У меня есть запись с видеокамеры, где я запечатлил, как ты пукнул один раз. И потом понюхал, потому что тебе просто было интересно, как оно пахнет. Да, ты можешь считать меня противным, да мне посрать на самом деле. Но просто было у тебя один раз такое. И это скрывать ты передо мной не можешь. Ты можешь скрывать это от родителей, от друзей, но не от Эдуарда Перетяно. Я-то про тебя все знаю, все про тебя знаю. Надеюсь, с этого момента ты веришь, что я настоящий сыщик. Меньше разговоров, потому что у нас много дел. Вот, я тебе расскажу все в следующих сериях, если они будут. А сейчас... надо избавиться от этой пописяки. А, ты будешь открывать, да? Здорово, тушканчик бритый. Я... Разрешите представиться, Эдуарда Перетяно. Пустите в дом... Да пустите в дом... Чё-то у вас... Не... Здесь я сосла. Слушай, я тебе сейчас слезу с жизни. Это осел, как я. Частичка меня. Это мой новый друг, Степан. У вас есть задний проход? Задний проход есть у вас в доме? Есть. Ну, сейчас я... Аж сосиску изо рта случайно выплюнул. Вам в нос выплюнул. Ну, значит, я сейчас через задний проход зайду. Сейчас я вам, короче, в проход задний зайду. Ну, в смысле... Это, в доме в задний проход зайду ему. А не то, что кто-то из вас подумал. Господи. Чё же... Слушай, там еще один осел! Слышь, Степан, это не твой брат, случайно? Сосиской подавился, ну слышь... Да, ай! Ай! Чё-то у вас какие-то нерабочие двери ваши не пропускают. О, кстати, я же здесь могу зайти. О, Степан! Степан, иго-го, давай здесь припаркуемся. Здорово, Штирлица. Опа, ёпта. Это у вас трупак в доме, да, что-то тут сделает? Вы не удивляйтесь, почему я так пришел. Он не мой. Да, давайте представимся с того, то, что я детектив. Поступила жалоба от соседей. То, что у вас здесь происходят странные вещи. Я слышал то, что здесь до вас жил... Ютубер, да, какой-то недоделанный жил, да, сейчас вы здесь живете, да? Да, ага. Давно живете здесь, давно? Недавно. Ага. Значит, уже труп ваш? Труп не ваш, да? А чей труп? То есть. Труп старого хозяина, да? Да что я с сосисками-то плюсь, подождите, пожалуйста, удобно разговаривать и жрать, ну, в смысле, курить, сигара. Степан! Сынок! Последите, пожалуйста, за Степаном, а то этот дебил сейчас куда-то уедет, и я потом домой не доберусь. А стоять здесь, Степан, подружись с этой псиной. Чё за псина, кстати, ваша? Ваша псина? Слушай, ничего не ваше, живете здесь вы, да? Труп не ваш, псина не ваша, Степан, балбес! Следите за Степаном, пожалуйста. Короче, ладно, сейчас мы запишем в наш дневничок. Сейчас мы все запишем. Труп, значит, дома, да, у вас? Покажите документы свои. А жопу тебе свою голову не показать? Чё еще ты хочешь, а? Документы показать. Сейчас я все запишу. Короче, у вас дома здесь и трупак, и собака, да, бездомная. Или вы ее просто сворвали откуда-то. Покажите или уходите. Ты меня заставляешь документы показать? Ты вообще знаешь, кто я такой, балбес? Ты мне не веришь, что я детектив? Не верю. Ядрить колотить! Ты чё? Мамкина пердолька! Сейчас. Степан Павлович Бурундучок. Фамилия, имя, отчество ваше? Да.
Ну откуда? Ты откуда я знаю? Ну потому что суслик, ты мой любимый. Я давно в этом деле. Я давно в этой игре. И я все про каждого знаю. И то, что пукать и нюхать, тебе это тоже относится, да. Не спрашивай, откуда я это узнал. Я это знаю, у меня все записано. Еще есть вопросы? То, что ты еще мне не веришь, да, то, что я мужчина. Слушай, а ты мне давай свои документы предоставь. Откуда я знаю то, что ты настоящий мент, а? Документы. Зачем? Потому что мне нужно убедиться, что ты настоящий мент. Откуда я могу знать? Документы, давай. Быстренько документы. Документы. А, вот, кстати, да. Ага, документы. Ага, Степан Павлович Бурундучок. Хорошие документы. Можете забирать их обратно. Правда, мне кажется, они уже непригодны для действия. Ну ладно, в следующий раз будете знать, что вы творите. Это вы что творите? Труп, собака непонятная. Как собаку зовут? Степан? Степан, не уходи. Как собаку зовут? Не знаешь? Ладно, пошли. Пошли, как тебя зовут, я уже забыл. Как? Не заставляй меня открывать мой дневник. Как тебя зовут, Степан? Прикинь! Ты тёзка моего осла! Его тоже Стёпа зовут. Слушай, какое совпадение, да? Осёл Стёпа. Ты осёл и Стёпа. Осёл Стёпа. Ха! Видишь, как судьба распорядилась. А я не осёл. Конечно, не осёл. Ты Стёпа. А Стёпа осёл. Ладно, что у вас здесь? Здесь у вас подвал, да, значит? Подвал? Да что то Штиль, ядрень, колотить! Чё за дичь-то? Собаки сутулые, какие-то ловушки здесь настроили. Что за... Зачем? Я детектив, понимаете, поступила жалоба. Мне, хоть твои полицейские, но мне как бы по одному месту. По моей пятой точке. Мне без разницы. Есть заказ, есть задание, я должен все расследовать. Было уже так. Было. Ага. Сигарета потушилась, что-то. А, вот смотри, какой у вас здесь подвал, да? О, золото, значит. Признавайся, суслик. Взятки берешь, да? Да. Наверное, какие-то машины на трассе, да, останавливаешь. Там взятки тебе башляю, да? Жопу подожду, даже не спрошу, как зовут. Хоть я уже знаю, как тебя зовут. Не беру взятки, ага. А золото столько где? На заводе заработал, да? Или в участке своем полицейском? Или скажешь, было здесь, да, наверное, до тебя? То есть прежний хозяин настолько дебил, это не мое. Ну да. Живет, короче, в этом доме. Живет в этом доме и говорит, не мое. Было уже так. Это чё? Это тоже, да, от прежнего владельца осталось? Мерч, да? Ага, да. Посмотри, что там в угле! Кошка насрала! Стёпа! Ты всё посмотри! Стёпа, у тебя мышь тут завелась! Не спрашивайте, откуда у меня в кармане мышь, я сам не знаю. Стёпа, ты ядрить, колотить, да убей ты эту зверюгу! Стёпа, помогай! Стёпа! Да иди ты в сраку, не буду я тебе помогать! Отстань от меня, пусть тебя эта мышь съест! Ай, Стёп, я опять подожди на клавиатуру сосиской. Ну, в смысле, сигарой плюнул. Мыши в подвале у тебя, значит, да? Мыши! Вот такущие! Вот так. Ой, закрой дверь, Стёпа, сейчас сожрут нас. Да еду. Все, не открывай. Мыши, значит, да. Я сейчас, короче, садим пидим станцию эту вызову. Закроют к чертовой матери эти все твои дома двухэтажные, красивые. Не надо, в смысле не надо? А мышь-то откуда? Тоже здесь, небось, была, да? Вот твой ответ. Была здесь, да? Или ты не знаешь? Живет там, ага. Питомец домашний. Я остался с тобой. Санэпидемстанцию вызову. Закроют шарашкину контору твою. Ладно. Здесь что? Здесь, наверное, трупы хоронишь, да? Ну, я знаю, вот там грабитель какой-то, наверное, ты его здесь собрался хоронить. А ну, прыгни вниз туда, прыгни. Прыгни вниз, Стёпа. Стёпа, прыгай вниз. Зачем? Меньше вопросов, больше дела. Прыгай вниз, Стёпа. Степан, вниз. Вниз, Степан. Ну ты дебилка. Зачем ты вниз прыгнул? Я ж тебя троллю здесь. Троллю тебя, Стёпа. Ладно, дебил. Я еще с тобой как бы не закончил, поэтому... Да я тебя выпущу. Мне тебя вообще жалко вообще. Давай, выходи. Ага, ага. Здесь у нас что? Ёшкина камчерышка. Это еще кто такой? Помощник твой? Ты ему скажи, чтобы волыну опустил. Скажи, чтобы волыну опустил. Я не люблю, когда мне волыну в лицо тыкают, да? Скажи, чтобы...
Скажи ему, чтобы волыну опустил, ты что, не понимаешь? Степа, скажи, чтобы волыну... Ты видишь, он вообще в тебя сейчас целится, даже не в меня. Да ядрынька! Собака! Я его просто контузил, он очнется. Не шурши ушами. Да, конечно, точно, после моего электрошокера все... Ну, через недельку так где-то очнется. Хотя, мне кажется, если он сильный, он прям сейчас очнется. Мне кажется... А вот сразу очнулся. Лежать! Ладно, что у вас здесь? Тесто, да? Блинчики, наверное, любишь готовить. Ага. Что за ящик? Не знаю. Ядрик колотить, да? Твой дом! И ты даже не знаешь, что в этом ящике у тебя... Ты знаешь, что ваше такое? Лежать, когда я говорю. Лежать. Скажи своему тупому этому помочь, чтобы лежал. Ладно. Пошли. Странный вы, конечно, человек, мистер господин полицейский. Куда? Я... О, кстати, извините, пожалуйста, извините. Можно в туалет сходить? В туалет. Можно? Ага. У вас случайно зажигалки новой нет? Это что-то барахлит у меня. Курите? Вот хорошо, что не курите. Я тоже не курю. Вот сосиску сосу. Ладно. Я сейчас приду. Сейчас приду. Ой. Ой. Вы что делаете? Что я делаю? Разве ты не видишь, дебил? Золото в сраннике ищу! Вот что я делаю! Ты не дашь нормально на тубзелете посидеть, а? Кстати. Какое золото? Кстати, а по поводу золота. Заходи сюда, заходи. Я слышал от прошлого владельца. Золотую кнопку себе, да, забрал Ютуба? Забрал. А ну покажи. Я просто никогда не видел золотую кнопку. Ёшкина кочерюшка. А ты вообще знаешь, что происходит в этом доме? Ты знаешь, что этот дебил, который здесь до тебя жил, он эту кнопку в туалете нашел? Прикинь? Я не знаю как. Ну, короче, кнопка-то вонючая. Кнопка-то в туалете плавала всю вечность, даже не спрашивая, откуда она там взялась. Фу, вот именно, фу. Отдай кнопку, я ее продезинфицирую. Отдай, фу, вонючая кнопка. Охренеть, какая кнопка. Фу, выходим отсюда, фу. Даже на туалете не дашь нормально посидеть. В общем, что вы здесь? Смотри, осел. Степа, это ты, Степа! Ну, в смысле, не ты, Степа, осел, а вот этот осел, который Степа. Сложная схема, я знаю, Степа, осел, Степа. Ладно. В общем, как я вижу, ничего у вас здесь интересного. А это, а здесь что? Забаррикадировано все? Непонятно. Это место преступления. Опять какой-то трупак там, небось, лежит, да? Не ваш, не его трупак, ага, конечно. Ладно, нельзя так, нельзя. Ладно, мы через... А это чё? Алло, ёхал его, иди сюда. Если там закрыто, если не место преступления идет к Эдуарду Перетяну, значит, Эдуарду Перетяну идет к месту преступления. Ага. Ну... Ладно. Слушайте, хороший у вас дом. Мне нравится. Слезли, со стола слезли, это некультурно. Мама вас не учила, генерал-майор, вначале. У меня, короче, здесь информация есть такая. Степан Павлович Бурндучок. Мария Геннадьевна Архипа. Архипа. Странная фамилия, Архипа. Ваша жена, Машенька. Мария, да. Не спрашивайте, откуда я знаю, я все знаю. Даже знаю, сколько дней в году, 365, прикиньте. Но это не важно, это все знают. А я тем более. Зачем вам моя жена? Слушайте, да мне ваша жена вообще как бы к черту не сдалась. Скажу честно, не мисс Вселенная, без обид, Степа. А у меня здесь написано. Мне, короче, камеры наблюдения вообще по всей планете. Мне даже не хочется об этом говорить, честное слово. Буфетчица Тамара. Тамара. Вам о чем-то говорит? Я знаю, что о многом говорит. Нет, не говорит. А почему в моем дневнике написано? 14 февраля Тамара и Степа были запечатлены в пивнушке. Да? Вы Тамарке взяли
4 литра пива, да, крепкого такого, да, а себе взяли 2 литра. Слабак, конечно, если баба больше, чем выпьет. Безалкогольного, безалкогольно пить нельзя. И, короче, такая информация мне поступила. Лапали вы Тамарку. За сраку-то ее поваренскую. Она ж ее отъела в этом, в столовке вашей, в участке полицейском. С весь компромат на вас есть. Лапаете Тамарку. А что будет, если я вашей жене скажу? В том-то проблема. Только не говорите моей жене и особо ее отцу. Это я тоже знаю. Отец его жены. Подполковник генерал. Майор МВД МФЦУ Кыргызстанской области по криминальным отчетам преступленческого дела и полиции. Вы же знаете, что он вам сделает? Я-то вам могу просто жопу поджечь, если вы хотите, а вы же знаете, что он вас сделает. Да он нас просто, чертовой матери, заживо нас закопает, а? Я же расскажу про вашу Тамарку. Вы еще до сих пор... Кто еще до сих пор сомневается, то, что Эдуардо Перетьяно лучший детектив на этой планете? Не, слушайте, если вы мне не верите, я могу еще раз открыть свой дневник, но там уже и про вас, и про этого Володю, который на кухне. Ну что, думаете, я не знаю то, что вы шуры-муры даже с ним крутите. Поэтому не только Тамарка, не только Володя. Все узнают, все узнают. Поэтому ваше голубое общество я раскрою на раз-два, по щелчку пальца, как Танос. Танос полпланеты уничтожил, а я по щелчку пальца сосиску докурю. Оружие в карманах есть? Или в трусах? Есть? Доставайте. Выбрасывайте. Вот и скурил я всю сигарету. Сигару, сигару. Ага. Оружие есть? Опа, оно даже стреляет, извиняюсь. Короче, давайте сделаем так. У вас ровно 3 секунды, чтобы свалить с этого дома и больше никогда сюда не возвращаться. Или я вам задницу стрелю. Раз, два, три. А еще раз вас здесь увижу, Степа осел. Яйца отстрелю. Золотую кнопку мы сюда вернем. Ёшкина кочерыжка, чё ж-то так сложно? Опа. Золотую кнопку я сюда верну, ни в каком сральнике она не бывала, это все вранье. А мне пора сваливать отсюда как можно дальше. Этому дебилу мелкому я помог. Без меня он, конечно, бы не справился, скорее всего. Я как вернулся практически через год моего отсутствия, так и уйду в закат. Да, псина блохастая. Ну, если меня, конечно, никто не попросит, чтобы я вернулся. Охраняй, охраняй, твой хозяин скоро придет. Степа! Степан! Опять траву хомячишь, а? Ну я ж тебя кормил только недавно. Потопали домой, Степка, потопали. Дело у нас... Опа, ты смотри, какая краля. Степа, ты смотри, ты смотри. Степа, тебе нравится, Степ? Ну ладно, я вас тогда здесь... Кушайте травушку, муравушку, кушайте. Я вас оставлю, знакомьтесь здесь. А я ушел. У нас с вами впереди... Еще очень много дел. Степа, не сыкуй, не сыкуй. Ты мужик или кто? Познаком... Зацепи эту кралю. Да. Степа, Степа. Много тебе еще чему нужно поучиться. О, кстати. Здорово! Мешок ходящий с мясом. А я как раз ужин свой будущий ищу. Иди сюда, шашлык с тобой сделаем.